Юные спортсмены из Мурманска вернулись с престижных соревнований по ММА, которые состоялись в Санкт-Петербурге. Воспитанники тренера Алексея Покровского представили Заполярье на самом высоком уровне, показали мастерство и привезли домой с соревнований целый набор медалей. Подробности о впечатляющих результатах бойцов мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Наши ребята заняли первые места, то есть у нас 5 первых мест, 7 вторых и 8 третьих, то есть бронзовых медалей. Соперники на самом деле было более 84 команд, более 750 участников на соревнованиях. Мы заняли, кстати, там 9-е командное место из 84 команд. Вот был Санкт-Петербург, Москва, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, с Финляндии ребята были. Ну, ввиду нашей обстановки сейчас, которая в мире происходит, не получилось на этот чемпионат собрать весь чемпионат мира, все страны мира. Вот. И поэтому было всего 750 участников, но прошлый турнир этот же набирал 1500 участников.